И вон туда уходит дорога на смотровую. А дальше там конечная и биатлонный комплекс. Все, идем туда, на смотровую. Идти наверх не надо? Можно пойти по дороге, а можно пойти вот чуть-чуть по лесу, по лесной тропинке. Ну, наверное, так и сделаю, пойду по тропинке. Там машины ездят и небольшой крюк. Там, кстати, впереди Афонтовская гора. Вот вдоль нее и лежит путь на смотровую площадку. На вновь открывшуюся новую смотровую площадку. И вон она уже виднеется. Пришел я вот оттуда. Такой набор высоты. И теперь только вверх, вверх и вверх. Вон туда, на Афонтовскую гору, на смотровую площадку. Вот туда. И потом вот на нее. Вот, поднялся еще 50 метров выше. Уже вид такой неплохой открылся. И неожиданно передо мной, вон она смотровая, неожиданно передо мной возникло вот такое вот препятствие. Теперь надо вылезти на дорогу. И вот в этом направлении, там в обход. И вон туда. Все, теперь буду вот карабкаться вверх. Вот. Преодолев это препятствие, скользкое, вышел на дорогу. Вон она смотровая. Я мне вон туда в обход. Вот такой вот тут слой снега. Уже неплохие виды открываются. Идти еще идти. Туда налево, где тачка едет. Ну а тут виден верх канатной дороги. На кластере сопка. Ну и снег, конечно, пошел. Все, нам туда. Такой вот каменный обрыв. Под этим.
чистят дорогу по правую сторону. Вот образовалась такая вот стена из снега, кусков снега, а за ней как будто вот пропасть. Солнышко выглянуло. Ветер задувает. Солнце. Это все похоже на смотровую площадку. Николаевская сопка. Красноярская академия биатлона. Нам туда прямо. Тут такой резкий вот поворот, вот почти на 180 градусов. Желаю тут много попасть на смотровую. Вон сколько машин едет. Вот отсюда видна вся дорога, по которой я шел. Вот это ближняя, дальняя, биатлонная улица, где автобус. И вдалеке виднеется Енисей. Там в тумане где-то столбы. Вон он подъемничек, который на сопке. Канатная дорога новая. Кучи снега, дорога уже весьма подушатанная в кочках, желающие. Можно сколько снега, скоро все это таять начнет, будет весело. Ну как вам, какие впечатления? Немножко еще там доделывать надо. Я думаю, вот этот подъем, да, который идет по дороге с машинами, там ямы. Ну, в принципе, классно. Я помню, я ходила сюда раньше, когда еще не было площадки. Ну, там на уровне свалки все было. Мусор, грязь. А сейчас, я думаю, классно. Ясно, спасибо вам. Мысли хорошие. Спасибо. Вот такое мнение. Вот. Нравится людям, нравится. Ну, доделывать еще, говорят, надо доделывать. Власти обещали доделать. Думаю, исполнят, все исполнят. Молодцы. Что тут уж сказать, больше нечего. Здесь люди машины уже ставят. Тут граница сопки. Улица Биатлонная, 25. Какое-то инженерное сооружение. Вот она, вершина канатно-крейсерной дороги. Вторая там была первая. Вторая получается. Ну, за забором там Красноярск.
оказывается, это трансляционно-передающий центр. Во как. А тут все начинается уже пробка из машин. Видимо, до самой смотровой. Пошел снег, люди идут. Народу, думаю, там будет много. Но это не помешает. Вообще виды. Посмотрим. И насладимся. Закрыто. Было бы неплохо, что он туда пройти. К сожалению, закрыто. Вот центр передающий. Ну и нам туда. Вон он уже виднеется. Наконец-то. Наконец-то. Не сказал бы, что уж народу очень много. Все-таки будний день. Полдень. Ну все же. Такие вот кочки здесь. Парковка. Как видим, пустая. Пустая парковка свидетельствует о том, что народу не так уж и много. Все в режиме лайв. Заходим на смотровую. Идет снег. Понимаю, ветер будет задувать. Но тем не менее.
цель видео не показать панораму города вблизи детально. Цель видео показать смотровую, новую смотровую площадку. А какие виды открываются с нее, это вы приезжайте, смотрите сами. Еще раз. Летом тут будет вообще замечательно. Ветер, думаю, останется летом. Вот так вот. Сибирь. Сила России. Тоже сидячие места с нами девочка, и вон сейчас может выйти, и не знаю, если я вот могу привести к вам на работу. Это где Ира работает? Где там? Да, еще лавочка, где настоящая? Она ему говорит, он говорит. Академия биатлона. И вот такая вот конструкция. Ну все. На этом прогулка на смотровую площадку окончена. До новых видео.